и вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и с вами вновь канал «Это не диалоги о рыбалке». Рубрика «Готовим просто». Сегодня будем жарить рыбу. Рыбу будем какую жарить? Сик. Тугун. Тугун это как это? Туруханские чипсы, да? Угу. Вкуснее некуда чипсов. Давай ты мне откроешь вот это колечко. Это выкину. Уже неделю топим печку. На улице дубак. Хорошо, что у нас есть печь. Хорошо, что у нас есть печь. Да? Сига? Да. Ну да, жарить. Дополнение к тугунам. Ножик зато. Кс-кс. А зачем мне острый? Резать? Вот. Не надо? Дай вот эту кепку. Нет, не надо. Что резать-то? Чистим. Чистим. А ты будешь чистить? Нет. А чего? Я не умею. Вот так. Вот. Голову оторвал и все. Ты обманываешь, что ты не умеешь. Ты умеешь. Не. Вот кишки вытаскиваешь. И вот так. Умеешь, умеешь. Угу. Потом еще мыть будешь их? Конечно. Мыть-то не беда. Самое страшное это жарить. Почему? И Лёхи нет. Вы же с Лёхой как-то жарили? Ну, жарили. Как-то, наверное. Потом да. Неделю плитку после ваших тугунов очищал. Угу. Я не знаю. Короче, так с каждым тугуном. Чисткой завершили. Сейчас чего делаем? Друшлачок чик-чик, да? Чипсы. Ты это с костями будешь есть? Да. Прям косточку съешь. Да. И ты всем покажешь, как ты это сделаешь? В смысле, нить, что ли? Как ты тут у нас съешь с косточкой? Да без проблем. Было бы сказано, не сырого же. Сырого не буду. Я тоже. А почему? А не скажу. А пистархоз? Нет. А кто? Я не буду говорить. Все забилось. Смотри, даже в холодной этой воде жир плавает. От тугуна. Пицца колхоз. Плита еще не разогревается. Все, сейчас текет. Вот он напоролся. Да и фиг на него. Что за ним бегать или что ли? Мурзик. Пошел нахрен. Ну. Да. Конечно. Жаль, захочет, придет. Нет, не было его. Полный живот рыбы. Мурзик. Света сегодня еще на ЭКГ ее отправили. Ничего еще не отправили в понедельник. Голый. Так-то все подписала. А сегодня пошла и что-то надо было какую-то бумагу там с больницы. И ее отправила. Вообще все в сон разморила прям. От жары? Вообще. Печь это вещь. Ее надо, кстати, о, пока греется, точно. Че точно? Пошел убить.
Мурзик. Мурзик. Где твои яйца? Мурзик. Что, уже жарим? Жарим. Жарим. Печка пахнет. Масло. Гореть. Угу. Угу. Самый классный чипс. Не лейс ни хера, да? Жарить такое не классно. Почему? Потому что маленькие еще. Кухня брызгается. Ну так, конечно, брызгает. Можно, знаешь, как делать? Муку в пакет насыпаешь туда, тугунок, чик-чик-чик, потрется один раз. А ты их солить когда будешь? Потом. Когда потом? Когда я сюда закидаю. С одной стороны солишь? Конечно. Я сплю. Спишь? От жары? Вообще. Так классно. Бабушка говорит, 8 градусов у них. Да? Вачинский? Да. Сижу, говорит, возле камина под одеялом. Ну, у нас такая же фигня. Сколько у нас градусов? 8. Нифига не 8. Сколько? 11. 11? Да, потеплело. Ну, завтра потеплеет. Угу. Солим. Пару щепоток. Никакой приправы. Нет. Потом что делаем? Переворачиваем. Переворачиваем. Через сколько минут переворачиваем? Через одну минуту. Полторы, две максимум. Да? Откуда знаю? Что, время засекать? Вот, конечно. Зачем нам время? Конечно. Счастливые люди часов не наблюдают, да? Да. Переворачиваем. А с этой стороны тоже солить? Нет. С одной? Масло же теперь соленое. Ага. А, запах, да? Угу. Камера не передает. Бедные запах. Люди, они уже чувствуют этот запах. Ну ты что? Хорош издеваться там сейчас. Я не издеваюсь, просто запах офигенный. Да что такое-то, а? Что? Да не вижу ничего. Карасик. Карасик. Кого? Акварион не разбирал? Mm-mm. Через 30 секунд будет готово. Через 30 секунд? Да. Серьезно? Да. Готово. Ты что тут? Ты есть хочешь? Кто, я? Да. Ну да. Как-то вечер уже. Конечно, хочу. Ты что, не хочешь? Нет, уже, по-моему, вообще ничего не хочу. Ага. Что-то я уже устала.
Ты тоже есть хочешь? Вкусняшка. Ты что там делал? Играл. Как всегда. В что ты играл? Варкрафт. Кого? Варкрафт. С ума сойти. Что? Ничего. А вы, наверное, с Лёхой не меняли. Мы ничего не меняли. Поэтому у нас все и горело. Короче, две сковородки жарки, и масло менять надо, оказывается. А кто об этом знал? И, кстати, не увидел. Мы позвонили мне, спросили, да, он сказал. Что сделал? Включил. А что ты хочешь? Давай. Как я буду ищу, что ли? Да. С костями? С костями. Это муж ворует тагунов, да? Соли мало. Хватает. А-а. Вообще не хватает. Витя, ты тоже упер тагуна, что ли? Это вообще ужас. Эти гуреши вообще не соленые. Папа прав. Вкусно? На. Не солено. Нормально. Я же говорю, не солено.